7 у Outfielder. Год уже ездил на Ксеноне китайском, типа как хорошем. Сегодня, короче, поехал, решил взять настоящие оригинальные лампы Ксенон Toyota. Или какие они там идут, вроде Toyota. Короче, оригинал. И, конечно, свет вообще очень радует. Вот такой вот ближний свет стал. Жалко, что не получится сравнить с тем, что было. Но как бы было раза в полтора, это как минимум слабже. Сейчас прямо это радует. Ну и дополнительно еще была установлена люстра, чтобы вообще кайфовать. Дальний, кстати, свет у меня на ледах. Вот он. Не сильно он дальний получается, потому что жопа у машины выше, перед пониже. А вот установлена, получается, люстра еще. Люстра вообще освещает четко. Можно прям ехать по лесу и кайфовать как днем. Хоть она и стоит невысоко на крыше, но прям это четенько видно все. Особенно деревья, макушки даже чуть не деревьев освещает. Очень даже классно. Короче, для кайфа люстра, ближний свет. Для кайфа на общих пользованиях дороги. Но, правда, пришлось порегулировать фары. Точно, потому что на китайских немного по-другому пучок света был. Ну и вот, чему это видео-то в большей степени, то, что не берите китайские лампы Ксенон. Лучше возьмите оригинальный и кайфуйте. Ну, возможно, как бы есть, типа, ярче тойотовских, там, может, Асрам какой-то или еще какая-то фигня. В том году, кстати, я китайские поставил, они тоже светили, казалось, ярко, но не так, как сейчас, но за год они уже обесцветились. И света стало очень мало. Сейчас вот в данный момент, ну, можно сказать, перфект стиль. Все отлично. Ну и все, всем пока. Видео коротенькое. Так кому-нибудь может пригодиться.